Всем привет, друзья! Децентрализованные финансы стали двигателем криптовалютного мира. Здесь сосредоточены миллиарды долларов, и с каждым годом количество их сторонников растет, как и желающих вложить средства. Среди всех проектов DeFi особое место занимает платформа Polars. Что это за проект? Это площадка, которая основана на протоколе Polars Token Protocol. На ней есть все: прогнозы, торговля, арбитраж, фермерство, ставки, кредитование, NFT, игровые элементы. Платформа позволяет пользователям зарабатывать на прогнозах, торговле, арбитраже и на предложении ликвидности в торговом пуле. Кроме того, пользователи получают вознаграждение за созданный объем торгов и за объем торговли приглашенных рефералов. Сейчас Polars запускает майнет. В честь этого проведут Big Trading Capitation. В Хека Тестнет с призовым фондом более 300 тысяч долларов и уникальных NFT. 30% будут распределены в качестве airdrop среди всех участников соревнования, а остальные 70% и NFT распределят среди сотни лучших трейдеров. Уникальность проекта в том, что есть два токена – White и Black. Если токен White растет, то токен Black падает в цене на аналогичную сумму, но их общее обеспечение остается неизменным. Если же токен Black растет, то токен White падает, но их совокупное обеспечение также остается неизменным. На их цену влияют внешние события, где есть противоборствующие стороны. Также напомню, что в мае этого года был совершен процесс бета-тестирования. Затем команда стала заниматься доработкой проекта, чтобы запустить платформу на основной сети. Летом завершили аудит смарт-контрактов от Zyko и на его основе также сделали изменения. Удалили базовый пул поставщиков ликвидности из Liquidity Pool, сократили общий объем предложения на 400 миллионов долларов, создали механизм обратного выкупа и сжигания для токенов Pool, изменили распределение комиссий в пуле прогнозов, изменили распределение комиссий в торговом пуле. Кстати, Polars будут преобразованы в DAO в течение года, а еще запустили реферальную программу, и теперь бизнес-модель проекта стала выгодной для всех. Что касается Big Trading Capitation, то стать участником может каждый из вас. Для этого нужно просто добавить себя в whitelist. На ваш кошелек поступят тестовые USDT в сети Hacker Testnet, а тестовые HT можно взять в официальном кране. Вам придет 500 тестовых USDT, и вам необходимо будет нарастить их число за 10 дней соревнований. Вы можете делать прогнозы, осуществлять арбитраж, торговать, добавлять ликвидность в трейд-пул. Для того, чтобы привлечь больше пользователей, на Polars есть одноуровневая партнерская программа. Она основана на объеме торгов приглашенных рефералов. Вы можете пригласить друзей, отправив им свою реферальную ссылку, и тогда вы будете получать по 5 токенов Polars за каждую 1000 долларов сгенерированного объема торгов ваших рефералов. Учитывая, что каждый участник получит по 500 BUSD стартового депозита, доходная часть от реферальной программы может быть огромной, и вы можете поднять немалую сумму, если рефералы будут активны. Помните, что для того, чтобы получить реферальную ссылку и начать делиться ею, на кошельке должно быть не менее 500 токенов Pool. Они должны лежать на кошельке все время торгового соревнования, чтобы получить вознаграждение, основанное на объеме торгов ваших рефералов. А еще все пользователи, у которых есть от 500 токенов Pool на их кошельке, участвуют в дистрибьюции редких NFT от Polars. Надо еще сказать про спонсоров и партнеров. Главный спонсор – это Huobi EchoChain, а также Fetch.ai, и он уже торгуется на Coinbase Pro. Metalex – это биржа деривативов, платформа To The Moon Game, инвестиционная платформа Ruby и Play to Earn метавселенная Exelon. Среди партнеров – Arcona, Blockchain Kitties Universe, Sport Investing, Eva и Stoic. До соревнования и во время его проведения будет работать баунти-программа. Каждый может выполнять задания, которые обновляются, и получать за это баллы. Каждую неделю среди 1000 самых активных участников распределяется 100 тысяч токенов Pool. Почему стоит в нем участвовать? Вы станете лучше понимать DeFi, да еще и будете получать гарантированное вознаграждение. К тому же не нужно тратить свои средства, ведь соревнования будут в тестовой сети. Призовой фонд большой, так что у каждого есть шансы на победу. И не забывайте, что только на этой платформе вы сможете еще и зарабатывать 1000 долларов на реферальной программе. Так что платформа Polars – одна из лучших на пространстве децентрализованных финансов, которая и дальше будет расширять свой функционал, чтобы каждый ее участник мог рассчитывать на солидный профит. Присоединяйтесь к Polars, без прибыли вы точно не останетесь. Что ж, друзья, на этом у меня все. Если вы заинтересовались этим проектом после моего обзора и хотите подробнее изучить данный проект, то специально для вас, мои любознательные друзья, все ссылки оставлю в описании под этим видео. Также оставляйте свои мнения по этому проекту в комментариях. Мне будет очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Я с удовольствием прочту все ваше мнение и буду рада любому общению. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий и самых свежих новостей криптомира. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!